Сергей Шелестов! Встречайте! Максимальный вес, который у меня был вообще при приседаниях со штангой на плече. Один раз. В зале-то я много приседал, все в зале много приседают, да, 400. Но на соревнованиях цель 365. По нынешним временам так уж много. Хочу сказать, что с Сашей, вашим земляком,
Мы соревновались много раз. Ну, раз 15 точно, наверное. И я горжусь, что один раз все-таки я у него выиграл. Мне как-то Сергей сказал, когда я начинал заниматься, твои, Саш, плакаты висели у меня на кровати, но теперь Сергея фотографии я храню бережно. И горжусь, что я знал такого спортсмена. Сергей, скажи мне, как ты готовишься сейчас? Ну, планов, честно говоря, пока никаких, так отдых, такой межсезонье, в общем-то, глубокое. Ну, возможно, если совпадут планы с возможностями, то в конце весны там будут какие-нибудь профессиональные соревнования. Да, сегодня, кстати, в Америке проходит первый профессиональный турнир, да, в сезоне. Да, наш... Вот, наш атлет там борется сейчас уже, наверное. Олег Емельянов тоже наш профессионал. Вот, пожелаем ему тоже удачи. Ну, я и желаю удачи и нашим ребятам, которые выступают здесь и сейчас. Пусть Миша победит. Еще раз, президент Сергей, я звонил ему, я предупредил его всего за месяц, чтобы он приехал на наше шоу, и он усердно готовился, и вы видите, не в сезоне, неплохая форма. Я ему звоню неделю назад, говорю, Серег, билеты купил? Он говорит, Саня купил, не мешай, я делаю кардио. Сейчас полтора часа в день крутит велосипед, готовился к нашему шоу. Спасибо, Серега, что приехал. Сережа, Саша, кто предыдущий верующий спрашивает, что они кушают, чего кушают? Когда сидишь на белковой диете, то есть, по сути, кроме грудок особо ничего не ешь, то достаточно много, там 2-3 килограмма в день уходит, не считая яиц, рыбы, мясо. Ага, яйца куриные? Яйца куриные. Кто-нибудь ел когда-нибудь по 70 яичных белков в день? Пулемет! Пулемет не копим, копим марабек! Вот, я и Саша. Аплодисменты, Сергей, столько грудок съедали. Thank you.